понятно, да? Вот это тут все. Часть надо вот это, чтобы все у нас расслабилось. Предварительно. Сейчас подождем. Она расслабится. Так. Видишь? Ну, она еще контролирует, то есть держит, то есть ну, не может отпустить вот почему-то, да? Вот, то есть, ну, свои эти заморочки, так называемые. Вот. Ну, главное, будем считать, что она расслабилась, да? Вот, тут расслаблена. Даже сделаем вот так, например, вот так зажимаем язычник, да? Вот так здесь. И вот так уголочек создаем, напряжение, и говорим, кашляем. Кашляем. За глотку взяли, грубо говоря. Да, за глотку. И будем лить ей водку. Как это, помнишь, там пигмент? Он, говорит, взял ее за глотку и стал ей лить водку. Через воронку. У меня есть чистый спирт, мадам. Вы, говорит, не налили водки, говорит. Так, значит, теперь дальше что? Я пьяная буйная. Вот сегодня мы говорили же по поводу вот этого, да? То есть вот уже, то есть вот за, там, за пищевод, по сути дела, держим, да, и вот мы все кишки болтаются. Вот, значит, что мы сделали? Ну, находят вот мечевидный отросток, пупок, да? Ну, по сути дела, как бы на три части, да? Делим его. Верхняя третья часть, мы сюда входим локоточком. О, ребята. Вдох. И выдох, 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 выдох. Расслабляем головку. И под углом, вот я сейчас как бы давление создаю в район копчика, крестца. Как бы у меня такое давление идет. Ну, как бы оно туда вроде бы и вниз как бы получается одновременно. Головочку опускаем, доверяем мне. Расслабляем головку. И вот тот самый пищевод мы растягиваем. И у нас, если даже какие-то здесь проблемки были... Это типа значит, там реклюс всяких, говорю, там. Вот это все мы сейчас растягиваем. То, что когда проблема с диафрагмой, там пищевод застревает, вот это все, да? И вот это мы как раз этим вот приемом мы все решаем. Вот сейчас она расслабится немножечко. Спасать всех на. Типа, ха. В натуре. Нога болит, не могу. Да, да, да. Вот, давай, все, задвигаемся. Понятно, да? Понятно, да? Двигаемся туда, двигаемся, задвигаемся веселее, энергичнее. Тазобедренным суставом работаем. Так, какая, значит, ну давай пока начнем с больной, да. Животом мы закончили? Животом закончили? Ой. Так, сейчас, секундочку. Значит, смотрите. Смотрите, маленький нюанс, значит, да. Вот мы, значит, здесь освободили, да? Вот кишечник подняли немножечко, да? Вот эта область подвздошки, да, вот это, по идее, надо тоже размять, проработать. Имейте в виду вот это, да? Все надо размять, проработать, не спеша, вот так. Все. Больненько? Ну, так. То есть можно терпеть, да? Вот понятно. То есть вот это места все прорабатывается обязательно. В одном направлении, да, вы крутите? Можно в разных? Можно в разных. То есть главное стараться все-таки вот... Она, видишь, напрягается, не дает. Да у меня нога болит, поэтому я не могу лежать. Все понятно. Даже так. Расслабиться. Понятно, да? То же самое с этой стороны, да? Сейчас у нас идет как бы такая показательная тема. Сейчас же главное нам хиджаму сейчас сделать. Чтобы вы знали, что вообще, вот, видите, вот здесь сразу ощутил, вот у нее проблемы тут. Дайте потрогать. Вот, да, вот у нее вот в этом месте начинает там уже размял, вот сюда вот у нее сразу жестковатенько. Не раскрывается как бы. Да, и она еще напрягается постоянно. Потому что боль в ноге не дает. Она мне не дает покоя. Дальше. Так, разблокировочка пошла у нас. Так, сейчас, секундочку. Да. Дальше. Смотри. Давай двигаем. Да, чтобы
что он должен двигать? Туда, сюда, туда, сюда. А вы щупаете? Мы разблокировываем сейчас таз. Ну, сказать, вот это все, чтобы не движение наладилось, в принципе. Как раз у нас все мышцы. Тут у меня, в принципе, нормально, мягкий более-менее. Мягкий более-менее. Потом, значит, чуть забегаем. Вот сюда. Больненько, да? Это нога болит. Там нормально. Там еще раз двигаем. Нога сколько сюда может открыться? Столько? Нормально? Вот так могу, да. Пальцами нащупываем артерию, вот эту, которая, я говорю, бифуркация, да? На две она разделяется, после основной, на две. Нащупываем вот эту левую, правую нога. Вот, нашли ее. И пережимаете ее. Даже можете помочь отсюда немножечко прижать. Вот. Она пульсировала, да? Да, пульсация пошла. Сейчас мы подождем, чтобы как бы она такая более агрессивная стала, усиленная такая. Таким образом мы открываем. И здесь давление все. Сейчас должно как бы здесь теплее пойти. Потому что давление спальни повысилось, и она как дает такую волну. Вот. Так. Да. Так, включить надо ножорки. Так. Ну-ка. Давай-ка. Дави. Сюда. Ногу дави. Нет, сюда, да, как бы пытаясь открыть, да. Вот, хорош, все отлично. Давай, еще. Давай. О, какая здоровая, отлично. Ух ты, все, как хорошо. Больненько? Жизнь пошла? Вот тут заколол. А, вот не надо так сильно. Вы же сказали, дави. Нет, дави, но как это, из кожи вон лезть не надо. Так, ну, чтобы было и усилий, и все достаточно там. Процентов 25, давай, сколько можешь, да. А 25 от силы. А что он должен делать? Давить сюда, вот мне, вот. Раскрывать как бы. Сопротивляй. Нет, раскрыть ногу, я наоборот не даю, вот я не даю. Она не даю, она открывает, да, вот. Да, давай. Вот. Жизнь пошла вроде, да, так сказать. Так что спокойно. Спокойно. Главное, не боимся ничего. Да я не боюсь, у меня боль. Я же работаю со здоровой, я же больную вообще не трогаю. Так и это она сама должна пройти. Самое главное, что и это больная-то. Да, а этот не знал. Смотри, что творится. Ужас какой. Кошмар. Мафия бессмертна. Так. Вот теперь смотрите, какая вещь. Вот коленки, да? Посмотрите. По идее, вот тут очень много зарыт собак. В этих коленках. Как бы сначала контролируете. То есть мы сейчас плавненько связки. Связки, а мы сейчас их. Терпи, что делать? Сам плачу, что делать?
мыслями. Ну, связки, связки, опять связки. Тело белое. И вот таким образом мы их приводим в чувство. Да-да-да-да-да-да-да. Спокойно, спокойно. Плачем, плачем, если что. Все, плачем, плачем. Да-да-да-да. Так, спокойствие. Только спокойствие. Да-да-да, вот тут, да? Потому что там не айс. Ну так, 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 ждем, так. Да, 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 да. Ой. Спокойно, ой, спокойно. Ой.